Известные казанские карикатуристы решили порисовать и пошутить на тему популярного в Казани вида транспорта – велосипеда. Продолжая добрые традиции казанских юморин, художники-карикатуристы открывают выставку своих работ на улице Баумана. Посетить экспозицию можно совершенно бесплатно. Атомная электростанция в перспективе может быть построена в Татарстане, заявил гендиректор генерирующей компании Раузил Хазиев. Он сказал, что строительство атомной станции предусмотрено федеральными программами. Российская ассоциация продюсеров кино и телевидения наградила лучшие российские сериалы по итогам прошлого года. Церемония прошла в Москве 29 марта. Первый приз получил военный многосерийный фильм «Ленинград-46». На 635 бюджетных мест меньше, чем в предыдущую приемную кампанию, осталось в вузах Татарстана. Сильнее всего придется затянуть пояса к НИТУКАИ, Медуниверситету и Архитектурно-строительному университету. А КФУ выделили 5316 бюджетных мест. Это на 51 место больше, чем имели в прошлую приемную кампанию. В Казани открылась первая в России медицинская IT-клиника. Прежде чем назначить лечение, врачи изучат геном пациента, после чего определят, какое лекарство поможет больше всего. Анализы привозят из Республиканской клинической больницы, с которой сотрудничает Казанский федеральный университет. Исследования казанские ученые ведут совместно с коллегами из-за рубежа.